Телеканал «Анапа Регион» на протяжении всей акции рассказывал о больных детях, нуждающихся в оказании помощи, и талантливых ребятах, которым нужна материальная поддержка, чтобы дальше развивать свои музыкальные способности. А в день завершения акции исполнили сокровенные желания 46 юных анапских ребят. Делились добром и щедростью депутаты, руководители здравницы предприятий коммунального хозяйства, торговли и общепита, структурные подразделения администрации и неравнодушные анапчане. Благодаря материальной помощи у ребят появились дорогостоящие инвалидные кресла, музыкальные инструменты и наборы художника. Дорогая Марина, я понимаю вас, не надо, а то еще вместе заплачивать. Сегодня у нас должны быть только слезы радости. Наше предприятие выделяет вам 115 тысяч рублей на приобретение этой коляски. Лауреатам и дипломантам всевозможных творческих конкурсов, ребятам с ограниченными возможностями из клуба «Дорога добра» подарили новые сценические костюмы, а председатель совета города-курорта Леонид Кочетов вручил руководителю Людмиле Комарова средства на покупку тренажера-вертикализатора для ее сына. Многие из тех, кто выходил на сцену, не могли сдержать слез, но это были слезы радости. Та коляска, которая у нас сейчас есть, она уже на ладан дышит, можно сказать, уже не раз ломалась, и каждый раз, выходя на прогулку с двумя колясками, я думаю, дойду ли я домой. И спасибо огромное вам, что мне не нужно больше будет об этом думать. Акция на самой высокой ноте преподнесла одаренным детям Анапы музыкальные инструменты, в которых так нуждались ребята. Поздравляю я Ваню Александра Владимировича Петровича Верстунина. Хочу, чтобы он на этой новой своей балалайке достигал больших успехов. И, Ваня, чтобы ты заткнул за пояс этого Горбачева, был лучше его. Призеру международного конкурса Зейнуру Лугуманову вручили сертификат на покупку фортепиано. Алина Снегирева была в восторге от подаренной домры, а Владимир Чугунов получил в подарок от главы курорта Сергея Сергеева новый аккордеон. Пока продолжалось мероприятие, продолжал идти сбор средств. За время благотворительной акции было собрано 916 тысяч рублей. Их получат нуждающиеся в помощи маленькие анапчане. Алина Гумерова, Роман Карпов, Игорь Куршаков, Анапа Регион.